Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днем» и с вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Десногорцами взят курс на чистоту города. День защиты детей. Яркий спортивный праздник. Акция МЧС за безопасное детство. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В предыдущих сюжетах мы рассказывали вам, что глава города Андрей Шубин откликнулся на обращение садоводов товарищества «Десна». Они жаловались на плохое экологическое состояние территорий и нерегулярный вывоз мусора. 18 мая Андрей Николаевич со специалистами администрации, коммунальных служб и правоохранительных органов провел рейд по садоводческим товариществам. Отметил недопустимое состояние территорий и предложил решать проблему общими усилиями. 28 мая садоводы 1-го и 2-го поля Кукуевки массово вышли на субботник. Они не только очищали улицы и дороги от мусора, также ликвидировали свалки в лесополосе вокруг дач, выносили мешки к мусорным бакам. Глава города Андрей Шубин и директор Смоленской АЭС Павел Лубенский обещали посодействовать со своей стороны и выделить спецтехнику. 30 мая с самого утра вдоль дороги Кукуевки заработала техника. Погрузчики собирали и отправляли мешки в КАМАЗы. Мусор покидал территорию дачных поселков. Садоводы и в этот день не оставались в стороне. Они помогали коммунальщикам. Первый раз, вот за последние, ну, наверняка десяток лет, сколько я себе помню, это вот первый раз, чтобы нам выделили в помощь такую вот технику. И мы благодарим нашего мэра Андрея Николаевича за оказанную помощь. 31 мая глава лично проехал по всей территории садоводческого товарищества «Десна», проверил состояние улиц и мест, отведенных под сбор мусора. Он нашел, что совместные усилия дали желаемый хороший результат. Я думаю, что совместная работа садоводов и власти дала результат. Данная работа, она будет продолжена и с другими садоводческими товариществами. Но пожелание мне одно, чтобы ту чистоту и порядок, который мы навели вместе, поддерживали на должном уровне. В течение мая комиссия администрации обследовала территории вокруг других дачных участков и выявила две несанкционированные свалки в районе СТ-Ветерана и Николаевская. И это был не бытовой мусор, а отходы производства и стройки. Подключилась служба благоустройства, и теперь на захламленных местах чистые ровные площадки, которым осталось только зарасти зеленой травкой. Хочется сказать слова благодарности руководству атомной станции, МУП ККП, администрации за помощь в выделении техники. Также хочется обратиться к жителям нашего города. Не выбрасывать мусор вдоль дорог, а вывозить его на стационарные площадки хранения и вывоза ТБО. Нашим сюжетом мы постарались показать вам, какими усилиями коллектива Смоленской АЭС, МУП ККП, службы благоустройства и активных неравнодушных десногорцев наведен порядок на этих территориях. От вас, дорогие сограждане, требуется только отправить свой бытовой мусор в специально оборудованный контейнер. Глава города вручил 9-летнему Даниилу Бахареву нагрудный знак «Горячее сердце» и диплом за мужество, стойкость и героизм, проявленный при оказании помощи пострадавшим. 2 года тому назад мальчик спас соседского малыша, который чуть не утонул в реке Ольшанка. Губернатор Алексей Островский поблагодарил маленького героя за мужество. Первый день лета в Десногорске прошел праздник детства. День защиты детей отмечали сразу на нескольких городских площадках. Все подробности в репортаже. Декаду мероприятий открыла концертная программа «Мир детства, мир радости». Перед юными десногорцами выступили призеры и победители международного фестиваля «Зажги свою звезду». Здесь же, неподалеку от сцены, гости праздника могли посоревноваться в конкурсе рисунков на асфальте на спортивную тематику «Стартуем в страну здоровья», которую организовали волонтеры молодежного центра. На территории детской библиотеки для ребят прошла книжная акция «Библиотечный бульвар». Здесь юные книголюбы смогли познакомиться с новинками, которые поступили в библиотеку, научиться мастерству оригами, а также поучаствовать в викторинах и других интеллектуальных конкурсах. Получив за это приз «Воздушный шар. Я люблю читать» или «Книгу на память». На баскетбольной площадке для маленьких десногорцев была развернута конкурсно-развлекательная программа, которую вели задорные вожатые из Дома детского творчества вместе со своим педагогом Еленой Гурьяновой.
Мне очень понравился наш сегодняшний праздник. Мне запомнились мероприятия все. Вот выступали дети, танцевали. День защиты детей – это когда праздник именно детей, а не взрослых. И в этот именно день тебя могут защищать свои братья. Я люблю свой город, потому что тут свежий воздух. Моя подруга даже приезжает из Москвы, чтобы побыть со мной вместе. Тут есть во что поиграть. И тем более тут много очень детей. Я очень люблю свой город. А за что ты любишь свой город? Потому что он самый хороший, красивый и нужный. Радость и веселье в этот день не умолкали еще долго. Завершился праздник показом спектакля для семейного просмотра «Играем Чуковского. Ты царь, я муха», который был показан десногорскими театралами в городском центре досуга. На Смоленщине появились призывники со специальностью «стрелок-парашютист». Новую воинскую специальность уже получили 26 призывников из 14 районов области. Полтора месяца они занимались прыжками с парашютом, стрельбой, изучали азы военной тактики и защиты от оружия массового поражения. Теперь смоляне пополнят ряды воздушно-десантных войск. Отбор кандидатов ведут работники призывных комиссий. В Смоленске погиб 3-летний ребенок, который выпал из окна. Трагедия произошла 28 мая. Как сообщили местные жители, в квартире без взрослых оказались запертыми 2 малыша – 3-летний мальчик и 4-летняя девочка. По неизвестным причинам мальчик выпал из окна 5-го этажа. От полученных травм он скончался на месте. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Тревожную статистику по укусам клещей озвучили 1 июня на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии в Смоленске. 450 пострадавших с начала года, 119 только за минувшую неделю. Эти показатели выше, чем за аналогичный период прошлого года, но ситуация не критичная. По данным Роспотребнадзора, с начала года 177 клещей, снятых с человека, сдали в лабораторию на опыты. Только в 3 случаях были обнаружены возбудители боррелиоза, опасного инфекционного заболевания. Еще 2 случая присасывания боррелиозных клещей были зафиксированы только за минувшую неделю. В регионе проводится противоклещевая обработка на территориях детских оздоровительных учреждений, мест массового отдыха смолян и дачно-садоводческих хозяйств. Новости спорта. Большой спортивный праздник 1 июня в День защиты детей организовали для юных десногорцев концерн «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и администрации Десногорска. В Международный день защиты детей на спортивных площадках города прошли масштабные спортивные состязания. Фестиваль баскетбола в рамках проекта «Динамо Русатом» и открытый турнир на призы Смоленской станции по мини-футболу «Кожаный мяч». На эти мероприятия прибыли более 400 юных спортсменов из Десногорска, Рославля, Ершича, Ельни, Ярцево и Смоленска. Дорогие дети, дорогие участники турнира, вас поздравляю с большим праздником. Понятно, это спорт. В спорте побеждает сильнейший. Но самое главное – дружба. Вы сейчас общаетесь, вы друг друга видите, вы подружитесь друг с другом. Останутся жители города, остальные разъедутся, но в душе и в памяти, и в сердце у нас, у всех и у вас останется то хорошее и доброе чувство, которое вы получите от общения друг с другом во время проведения наших соревнований. Масштабность детского спортивного праздника очень впечатлила и почетных гостей Десногорска. Депутат Смоленской областной думы, региональный координатор федерального спортивного проекта партии «Единая Россия», детский спорт Николай Дементьев отметил, что День защиты детей в Десногорске прошел на самом высоком уровне. Та площадка, которая есть, на которой будет соревноваться сегодня вы, дети, которая будет показывать хорошие результаты, она видна уже сегодня по своим размерам, не достигает того уровня, который требуется. Поэтому принято решение о строительстве 2-й аналогичной, но более лучшей площадки с более лучшим покрытием, с покрытием, которое можно будет перенести на площадь и там организовывать соревнования. Как отметил глава нашего города, организация массовых спортивных праздников в Десногорске является мощным стимулом для того, чтобы еще больше наших детей увлеченно занимались спортом и делали первые шаги на пути к спортивным достижениям. В День защиты детей в городе также прошло и открытое первенство, и чемпионат России по хайдон-гумдо – фехтованию на мячах.
Профилактика превыше всего. В летний период пожарная охрана уделяет особое внимание профилактической работе с детской аудиторией разных возрастов. Беседы на тему пожаробезопасного поведения прошли в Десногорском энергетическом колледже и в Доме детского творчества. Инспектор первой пожарно-спасательной части Анастасия Зуева обсудила с ребятами правила поведения в лесу, на водных объектах, о запрете розжига костров вблизи лесов. В День защиты детей пожарно-спасательный гарнизон города традиционно подготовил юным десногорцам сюрприз. Возле школы номер 2 ребят ждало шоу. Мероприятие направлено на популяризацию пожарно-спасательного дела и пропаганду правил безопасности, которые смогут помочь ребятам в реальной жизни. Хотим ознакомить детей с работой пожарных, с бытом, ну и также провести профилактическое мероприятие, то есть ознакомить детей с правилами пожарной безопасности, пожароопасный период летний. Зрители смогли воочию увидеть всю технику, стоящую на вооружении десногорских спасателей. В своих показательных выступлениях огнеборцы выпустили много пены, показали быстрое тушение пожара, а также огромнейший фонтан из лафетного ствола, который произвел на ребят большое впечатление. Мне очень понравилась акция. Мне понравилась вот эта вот большая-большая струя, которая била пены. Очень понравилось. Ну, пожарным я сидеть не очень хочу, так как это напрямую разрушает мою мечту стать палеонтологом. Очень здорово. Вот эта вот вся пена, которая там лежит, она выглядит как облака в небе. Мне больше всего понравилось, как пожарные, ну, показывали, как они тушили огонь. Мне понравилось больше всего представление с пеной. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.